Скучно в компании «Савушкин продукт» не бывает. Это подтверждают 200 белорусов, которые в 2019 году стали участниками проекта «Клуб экспертов молока». А еще каждый человек, побывавший на предприятии, понимает, действительно, то, что производится, производится из свежего натурального молока. «Клуб экспертов молока» продолжил социальную инициативу компании «Савушкин за здоровье нации». Все они являются частью большой инициативы социальной нашей компании. «Савушкин за здоровье нации». Мы заметили вот этот тренд на здоровый образ жизни, правильное питание, и мы следуем ему и продвигаем такие проекты. В следующем году будет что-то новое, пока не разглашаем наших секретов, но будет что-то очень масштабное и на целую республику. Мы приняли в своем проекте около 200 участников и, так сказать, превратили их в молочных экспертов, которые являются амбассадором нашего бренда, бренда «Савушкин продукт», и которые двигают в массу тему вообще здорового питания, здорового образа жизни. Сегодня здоровый образ жизни объединяет несколько составляющих. Активный образ жизни, сохранение внимания к своему здоровью и правильное питание. Понимая все вышесказанное, на встречи с потребителями приглашаются эксперты по правильному питанию. На протяжении всего года активным партнером проекта является медицинский центр «ЛАДЕ». Врачи разных направлений выступают с интересными мини-лекциями о том, как следить за своим здоровьем, объясняют принципы правильного питания. На 9-й итоговой встрече мастер-класс провел врач-дерматовенеролог Виктор Андреюк, сам являющийся любителем продукции «Савушкина». Мне кажется, что это очень качественная продукция на самом деле. И я, когда захожу в магазин, я стараюсь выбирать, например, продукты, которые не содержат наполнителей. То есть это может быть, например, там кефир, творог, например, из которого можно приготовить и пудинги всевозможные дома самостоятельно. Это важно для наших состояний, о которых мы сегодня говорим в том числе. Вот. Сыры желательно брать не острые сыры, и которые не содержат там бактерий. Главное, чтобы люди поняли, что принципы правильного питания не так уж сложны. Главное, чтобы это питание обеспечивало не только нормальное развитие, рост, но и поддерживало здоровье. Прежде всего. Кулинарный эксперт проекта, шеф-повар «Таймс-кафе» Леонид Степкин приготовил рождественский мини-торт на основе продуктов от «Савушкина» для каждого участника встречи. В основном рассказываю о рецептах. То, что я использовал, и то, что можно использовать. Чем можно заменить, например, аналог какой-то продукт, например, который не наш, который не свойственен нашему, например, рынку. То есть в рецепте есть сыр, грубо говоря, Филадельфия. А как его можно заменить, на какой сыр и чем, да, именно на наш. И это получается довольно неплохо. После такой вкусной дегустации эксперты клуба отправились на традиционную экскурсию по предприятию. Что хотите здесь увидеть? Во-первых, мы горды, что у нас в Бресте есть такое производство. Люди даже не подозревают. Мы, конечно, тоже решили в этом, ну, убедиться. Гости раз за разом наблюдают за сложным процессом создания любимых продуктов, убеждаются в безупречной стерильности и атакуют вопросами главного технолога предприятия. И сегодня они с уверенностью говорят. «Савушкин продукт – это сила. Это надо все видеть. Это все не пересказать. Им хочется, что пожелать, успехов во всех начинаниях, так и держать. Ну а как хозяюшки, убедили, что продукция натуральная? Я, знаете, хочу сказать одним коротким словом, это космос. Очень понравилась экскурсия, было очень интересно посмотреть на производство молочных продуктов, на эти машины, на транспортировку этих продуктов, как работают работники, и в целом было очень интересно. Мама, а вы убедились в том, что продукция натуральная? Ой, вы знаете, в нашей семье очень любят молоко. Все приверженцы и здорового образа жизни, молока, всех молочных продуктов, конечно, впечатлило. И, ну, не сомневаемся в качестве. После сегодняшнего дня, наверное, ушли все сомнения. Нам очень понравилось. Я здесь вообще никогда не была. Очень много всяких было вопросов. Вызвало, конечно, только положительные эмоции. На все нам ответили, грамотно все объяснили, рассказали. Масштабы, впечатляют масштабы, потому что все это казалось, ну, не настолько большое, но как начали идти этот бесконечный коридор, эти роботы, эти погрузчики, это все ездит, само движется, все. Впечатляет. Да, впечатляет. У компании «Савушкин продукт» нет секретов от своего покупателя. В этом убеждены участники проекта «Клуб экспертов молока».
Какие социальные проекты компания подготовила нам в следующем году, узнаем в 2020.